Так, получай сигнализация. Поехали. Так, сейчас мы тебя... Оп! Ударили. По жопе сейчас еще раз попробуем. Есть! Два удара у нас. Вот это здорово. Так, бензинчик сейчас попробуем поднять. О, видишь, как быстро он расхрипел. О, так, скорость. Есть. И неуязвимость у нас, ребята, будет. Неуязвимость, неуязвимость. Теперь надо как-нибудь ударить эту жопу. А, получится у нас или нет. Да ё-моё! Хватит уже своими клешнями мешать мне. Смотри, что творит, а? Ну, еще раз. Так, куда ты меня затащил? Так, этих мы уничтожили. О, нет, упал прям на голову себе. Так, взорвался. О, тачка, тачка, супер тачка. На тебе. Ух ты. О, нет, опять эти крутилки. Смотри, два раза меня крутилками этими. Тут даже врагов нету, что ты на меня-то... Что ты меня-то уничтожаешь? Вон, враги же есть. По идее, он должен и врагов, и меня щелкать. О, давай, есть. Так, что у нас там? Босс расферепел, третий уровень. Третий уровень у босса. Да. Приспешники меня щелкнули. 465 долларов, ребятушки. Давайте что-нибудь прокачаем. А прокачивать мы будем, ребята, меч. 90 осталось, ладно. Пошли. Так, конечно же, я хотел бы сказать, чтобы ты не забыл подписываться на канал, чтобы не пропустить новые ролики, а также передавать приветы, писать в комментарии привет. Я тебе передам привет в следующем ролике. Ну а приветы я хотел бы передать Море Жене, Олегу Туманову, Елизавете хотел передать привет. Вот, ребята, пишите приветы. Кристаллу, Александре, Максиму Павленко хотел передать привет. Так, кого еще не забыл? Геймеру Робину и Лест Геймеру. Так, вроде бы всем передал привет. Так что пишите приветы, и в следующем ролике я вам обязательно передам приветики. Так, ну у нас тут очень много зомбаков, которых мы с вами, ребята, щелкаем. О-о-о, так, давай, иди сюда. Так, двоих сразу одним ударом, представляешь? Ай, так, сколько мы там дошли уже? Половину практически дошли. Хорошо. Может быть, даже мы прокачаем скорость бега. Ну, сейчас посмотрим, сколько нам денег дадут еще. Ух ты, 443 доллара. А, и всего 533. Давайте, ботиночки прокачаем. А, и все. Все, больше прокачивать мы пока не можем. О, прям смотри, как быстро стали мы с вами, ребята, бежать. Сейчас посмотрим, сможем ли побить рекорд. Добежим мы до новой точки или нет. Вроде бы нормально все. Бегаем, щелкаем. Зомбариков. Все у нас получается. Так, ну энергии, смотри, еще много. Прям мы, наверное, уже пройдем этот уровень сегодня. Сейчас я посмотрю. Так, а мы до сюда доходили или нет, я уже не помню. Каждая прокачка всего, даже броня, бег, нам дается, ребятушки, больше энергии дается. Либо мы быстрее проходить становится быстрее проходиться. Так, а мы до сюда не доходили, смотри. О, я зомбарь, я стал зомбарем. Да, полпути мы прошли. Да, расстояние больше. А прокачали мы, кажется, только бег. А, давайте прокачаем еще. Что можно прокачать? Ну давай ботинки еще раз прокачаем. О, сейчас вообще, смотри, стали бежать быстро. Фига себе, какая скорость бешеная у нас, ребята. Да. На. Где у нас тут еще? Вот зомбарики, давай одним ударом.
Двоих сразу завалили. Так, этот убегает у нас уже второй раз. Убежал. Так, тихо. Прокачать, может быть, еще раз меч. Чтоб он бил более быстрее их. Хотя и так бьет нормально. Но все равно. Давай, прошечка, нам нужно этот хакера убить. Потому что хакер нам... Так, а что мы встали-то, алё? Хакер нам, ребятушки, целую игру подлянки всякие строит. Нам надо его щелкнуть. На, получай. Да, прокачать надо прям меч вообще конкретно. Не хватает скорости. Хотя и так быстро, но все равно. Так, спустились хорошо. Ох, нифига, тут сколько сундучков, которых мы не смогли открыть. Ладно. Откроем в следующий раз. Так, ну что ж, еще немножко, и мы еще 1000 заработаем. Поехали. Угу. Хекснер. Хекснер. Ладно, давай сюда, Хекснер. Я думаю, даже мы сюда где-нибудь спрячемся. Вот так вот. Вот, видишь, куда он стреляет? Сюда надо искать укромные такие местечки. Ладно, подлечимся сейчас. Ах ты гад. Прямо в меня стрельнул. Но. Есть. Победа, наконец-то таки. Во, теперь мы заработали еще сундучок. А, нет, не сундучок, это же закрыто, это VIP-бонус, у нас такого нету. Мы 1000 монет заработали всего лишь. Ну давай, заработаем 2000 монет, почему бы и нет. Опять титан. Так, здесь опасно стоять, нам нужно вот сюда где-нибудь встать, вот сюда. Даже, я думаю, поближе вот здесь станем. Во, видишь? О, нельзя, ох ты, успел меня стрельнуть все-таки, да? Ладно. Екс. Так, сейчас ремкомплект нельзя брать. Потому что, естественно, он... Ах, смотри, какой хитрый. Стреляет все-таки. В меня. Но, все. Даже я ремкомплект не потребовался для меня. Ну, и еще у нас раз, два, две победы. И мы... Ой, опять Катюша. Это вот сложный танк. Катюша танк сложный. Для меня данной ситуации. Видишь, как меня прожаривает на Катюше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Во, я достаю, кстати, до него. Так, ремкомплект используем. Во, стреляем, стреляем. А, смотри, у него защита была. Так, ну осталось-то немножко ему прожарить. Ой-ой-ой, есть победа. Все-таки уничтожили мы Катюшу. Это хорошо.
Очень интересная игрушка. Называется резко мыло. О, да. Прикол. Смотрите, как можно резать мыло. Я наслаждаюсь этим. Так, давайте это уберем. Режем дальше. О, как хорошо. О, какие кубики. О, а там зайчик сидел. Ладно. А, зайчик тоже? Зайчика тоже надо было или нет? Нет. Так, следующий кусочек мыла. О, класс. Офигеть, давай. О, нифига, там ключик лежит, смотри. Так, ключик мы заработали, взяли. Так, давайте это все уберем. Дальше режем. Ох, какие кубики, а. Так, кошечку открыли.